Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков. Заходите в гости, добро пожаловать. У нас здесь интересно. Гуляйте по каналу, смотрите видео, оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам я хочу сказать отдельный привет и отдельное спасибо за ваши отзывы, за ваши пожелания, за ваши теплые такие поддерживающие слова. Это большая-большая помощь и поддержка мне. Спасибо вам огромное. Я к вам с новым узором. Итак, это опять ниточки Yarn Art Baby. Сейчас вам покажу упаковочку. Просто это уже остаточки такие вот, да? Это Yarn Art Baby. Это 100% акрил. Вот такие вот моточки. Это по 50 грамм, 150 метров, да? Есть моточки побольше. Вот такие вот по 100 грамм. Здесь 300 метров, так? Вот, это все то же самое. То есть будете смотреть, не пугайтесь, не переживайте. Итак, здесь нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Итак, приступим. Давайте начнем с синенького. Угу. Я вам покажу сегодня узор. Он будет состоять из 10 раппорт. Раппорт будет состоять из 10 петелек. И будем набирать 31 петлю, чтобы узор красиво лег. Мы что-то наподобие с вами вязали. Так, я вам сейчас как бы расскажу, пока зафиксирую. Но это будет немножко с дополнением узорчика, вы увидите. Он тоже очень классный, очень универсальный. Итак, 31 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот наш будущий образец. Итак, теперь мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И считаем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. И в нее делаем столбик с накидом. Ввели крючок и провязываем по 2 петельки. 1, 1. Все, ничего сложного. Накид. Следующий столбик. Опять столбик с накидом. 2 петельки провязываем. 2 петельки. Обычный столбик. И так далее до конца ряда. Этот ряд нам необходим столбиками с накидом, потому что это уже узор. Да? У нас некоторые узорчики есть, когда я говорю, давайте, девчата, сделаем лучше столбики с накидом, чтобы мы не потерялись в воздушных петельках. В данном случае это уже узор. Все, несложно, вы уже большие молодцы. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Если вы набирали так же, как я, 31 петельку, значит, у вас должно получиться 31 столбик с накидом. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали вот такую вот дорожечку, 31 столбик в моем случае. И здесь я хочу добавить новый цвет, поэтому последний столбик для новичков, да, показываю. Последний столбик мы будем провязывать не до конца, а оставим на крючке 2 петельки. И вводим новую ниточку. Так, провязали вот так вот последние 2 петельки. И сразу же 3 петельки подъема. Так, 1. Тут давайте покажу, потому что давно уже показывала, может быть, вы не видели, как мы можем кончик запрятать в процессе вязания. Одну петельку сделали, кончик вот этот вот слева направо, оп, да, поменяли, так скажем. Вторую петельку сделали, кончик справа налево поменяли, третью петельку сделали. Вот, мы когда делали 3 петельки подъема, получается, мы запутывали наш кончик, этот кончик, получается, мы можем уже отрезать. И так мы в процессе вязания, как один из вариантов, мы можем спрятать так наш кончик ниточки. Что делаем дальше? Дальше у нас поворот, и мы провязываем 4 столбика с накидом. То есть со второго столбика мы провязываем вот так вот 4 столбика. Итого у нас получится 5. Так, 1, 2. Обычные столбики. 3, 4. Вот вы спрашиваете, ну, разные цвета, да? Ну, вот для контраста, чтобы вам понять, какие у вас сейчас будут переходы и какие будут классные изменения в узоре. Итак, получилось 5 столбиков. 3 петли подъема – это столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Что делаем дальше? Накид. Снизу, вот в этом синем ряду, пропускаем 1 столбик. Так, сверху воздушную не делаем. Сразу же перепрыгиваем в следующий столбик и делаем аж 9 столбиков с накидом. Понятно? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9. Вот, то есть практически повторяем первый ряд, за исключением что здесь через 5 столбиков мы сделали, пропустили один столбик снизу, здесь провязали 9, опять пропускаем один столбик снизу и опять провязываем 9 столбиков с накидом. 1 столбик снизу и опять провязываем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Класс. Все, аккуратненько, незаметненько. Опять пропускаем один столбик снизу. Так, один столбик пропустили и провязали последние 5 столбиков. То есть у нас начинается ряд 5 столбиками и заканчивается ряд 5 столбиками. Угу. Итак, 1, 2, 3, 4. И в третью петлю подъема, помните, мы вязали 1, 2, 3, да, здесь провязываем в третью петлю последний столбик. Есть. Что делаем дальше? 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь внимание. Начинается сам классный момент узора. 3 накида. 1, 2, 3. Смотрите. Видите, вот мы столбик вот этот вот не провязали, да? Ни верхушечку, ни столбик. То есть мы его просто пропустили. Что мы делаем? Мы вводим крючок таким вот образом. Так? То есть между столбиками. Захватываем ниточку и провязываем вначале одну петельку, потом 2, 2, 2, стоп. И когда у нас оказалось 2 петельки на крючке, мы вот эту петельку провязываем вот таким вот образом. 1. И возвращаемся обратно сюда. Смотрите, вводим крючок, вот эту ножку, вытягиваем петельку, провязываем. 1. Еще раз. 2. Еще раз. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот так вот 8 раз сделали все петельки на крючке. Что делаем дальше? Дальше мы цепляемся вот за нашу ножку, вот мы, который столбик наш, да, который мы не провязывали, мы за ножку столбика цепляемся. Провязываем одну петельку, а теперь будем провязывать все по 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. И когда у нас останутся 2 петельки на крючке, смотрите, что делаем. Вот так вот. Мы снимаем эту петельку и надеваем ее по-другому, с другой стороны. То есть, понятно? Хоп, с другой стороны одели. Почему? Так у нас эта дуга смотрит, получается, влево, да, влево. А нам необходимо, чтобы она смотрела вправо. Все, и она автоматически у нас повернется. И что делаем дальше? Накид. Помните, мы здесь в самом начале провязывали 5 петелек, 5 столбиков, так? Один столбик-то, получается, у нас мы провязали 3 петельки подъема, осталось 4. Вот мы их вот так вот и провязываем. 2 петельки, и у нас, видите, 3 петли на крючке. И мы их провязываем здесь сразу все вместе. 1. Следующий столбик, так, 2 получается, 3 столбик и 4 столбик. Есть. Вот такая вот у нас дуга смотрит в одну сторону. Теперь будьте внимательны, что мы делаем. Мы делаем накид и опять возвращаемся к нашему столбику. Мы его туда пропустили, не провязали, теперь будем его мучить. Мы хватаемся за верхушку этого столбика. Вот верхушка, помните, такая вот в виде косички, капелечки. Да? Вот. 2 такие вот петелечки. Схватились, протянули, захватили ниточку, протянули и полностью потянули вот до уровня столбика. Так, и не провязываем, держим. Еще раз. Также именно за синий столбик, за верхушечку. 2. Еще раз. 3. Еще раз. 4. Все вместе вот так вот провязали, зафиксировали. У нас получилось с вами бубочка. Идем дальше. После этой бубочки следующий столбик у нас идет желтенький. Мы провязываем 4 столбика с накидом. 1,
2, 3, 4. Опять внимательно смотрим. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. И возвращаемся к нашей бубочке, а непосредственно вот этот вот, ну, который столбик мы провязывали, ну, оставили в начале непровязанным, потом мы за него зацепили дужку, потом мы верхушку мучили бубочкой, и теперь мы вот так вот перед ним захватываем, да, вот так вот ввели крючок, захватили ниточку и провязываем, как и правую дужку, будем делать левую дужку. Одна петелька, две, две, две. И когда две петельки остались, мы эту крайнюю петельку левую провязываем один раз, оп, воздушной петелькой. И возвращаемся к основанию, делаем 8 столбиков, но провязываем по одной петельке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Есть. Теперь, смотрите, мы должны опять вернуться вот к этому столбику, который мы никак не можем домучить, да? Вот, схватились за этот столбик, провязали одну петельку и возвращаемся обратно к первой петельке, провязываем по 2 петли. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, и у нас остаются 2 петельки. Мы что делаем? Мы делаем накид, и вот у нас, да, на заднем фоне было 4 столбика, вот 4 столбика. Мы провязываем 5, вот так вот, 2 петельки провязали, осталось 3 петельки на крючке. И теперь мы все 3 петельки провязываем вместе. Во, чего получается, представляете? Какая красота объемная. Что делаем дальше? Дальше мы опять делаем 3 накида. 1, 2, 3. Все. И повторяем все то же самое. Вот наш бедно-разнесчастный столбик. Мы его сейчас будем мучить. То есть мы вначале перед ним взялись. Так. Провязываем. Вначале одну петельку. Потом 2, 2, 2. И когда остались 2 петельки, вот эту вот левую петельку провязываем воздушную. Так вот. Оп. Делаем. Возвращаемся к основанию. Провязываем по одной петельке. 1. 8 раз. 2. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Есть. Когда у нас столько много петелек на крючке, мы беремся вот за наш вот этот столбик, который у нас был пустой, не провязанный. За ножку хватаемся, вытягиваем ниточку, провязываем одну петельку. А теперь возвращаемся вот сюда вправо по 2 петельки. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Как в драматическом кружке отрабатываем слово 2 разными интонациями, да? Итак, запомнили, мы эту петельку в правой дужке меняем местами. Угу. То есть раз, перевернули и опля. И у нас автоматически волей-неволей поворачивается наша вот эта дужечка. Накид. У нас дальше идут столбики, помните, да? И мы по порядку их так и провязываем. То есть мы ни одного столбика там не пропустим. 2 петельки провязали, остались на крючке 3. Мы их провязываем все 3 сразу. 1. И еще, вот видите, остаются 3 столбика. То есть итого у нас получается 4. Так. 1. 2. 3. Теперь накид. Идем вот к этому столбику, так, а именно к его верхушке. Вот, за верхушку именно цепляемся. Поудобнее взялись. Потянули ниточку, не провязываем. Накид, еще раз. Потянули ниточку, не провязываем. Накид, третий раз. И накид, четвертый раз. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Все, дальше идем опять столбики наши. 1. 2. 3 и 4. Опять 3 накида. 1, 2, 3. Идем к нашей ножке. Так, смотрим ножку. Идем
перед ней, перед ножкой, перед столбиком, захватываем вот так вот ниточку, провязываем одну петелечку, потом 2 2 2, и когда остались 2 петельки, мы левую петельку провязываем один раз. Оп. Возвращаемся обратно, 8 раз делаем петельки вот наши. 1 2 3 4 5 6 7 и 8. И теперь присоединяемся к столбику, да? Вот он, наш столбик стоит, мы к нему присоединились, как и правой дужкой, так и левой дужкой, провязали одну петельку, возвращаемся обратно по 2 петельки, 2 2 2 2 2 2 2 2, и последние 2. Остались 2 петельки на крючке, провязываем накид и провязываем столбик с накидом. 2 петельки провязали, теперь 3. Угу. Не сложно? Смотрите, сейчас вы делаете самостоятельно. Гляньте, какая красота получается. Ради чего-то. Такое, вот такие усилия, да? Гляньте. А? Огонь. Итак, смотрите, сейчас вы самостоятельно провязываете. Опять 3 накида делаете. Вот она, наша ножка. Доходите до нее. Точно так же делайте правую дужку. Не забудьте петельку повернуть. Провязали столбики, бубочка. Опять 4 столбика. Сделали левую дужку, да? И провязали к последнему столбику, соединились. И тут я вас встречу. Договорились? Я думаю, что все понятно. Что перематывайте назад. Ну, получается очень шикарно. Очень. Давайте. Итак, смотрите. Вот до конца ряда провязала, но здесь не до конца. Сейчас покажу. У вас также получается. Гляньте. Объемненько, красивенько, да? Итак, смотрите. Вот получается, мы присоединяемся к последнему столбику. Так. Последнему столбику провязали 2 петельки, а у нас осталось 3 петельки, и их я буду провязывать новым цветом. Вы можете оставить прежнюю ниточку, вы можете добавить другую ниточку, как хотите. То есть я в данном случае показываю новичкам. То есть вот последние петельки я провязала новой ниточкой и делаю 3 петли подъема. 1 2 3. Все, желтенькую подтянула, поворот, и теперь мы с вами повторяем первый желтый ряд. То есть 5 столбиков, воздушную, ну, столбик пропустили, опять 9 столбиков и так далее. Показываю. Так, получается, первые 3 петельки подъема — это у нас будет первый столбик. Сейчас это второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом и пятый столбик с накидом. За верхушечку беремся. Дальше, смотрите, у нас идет бубочка. Бубочка. Вот мы ее пропускаем. Понятно? Накид. Идем сразу же по следующим столбикам. Теперь будет 9 здесь столбиков. Помните, да? Вспоминаете. 1 2 3 4. Тут аккуратно получается у нас, тут видите, соединялись наши как они, дужечки. 5 6 7 8 9. Так, и опять наша бубочка, видите? Мы ее тоже пропускаем. И опять продолжаем. Также 9 столбиков с накидом. Потом у нас будет бубочка. Мы ее пропустим. И закончим 5 столбиками с накидом. Я вас здесь встречу. Да? Ну, вряд ли же не сложно. Принцип понятен. Давайте. Итак, смотрите. Вот провязали до конца ряда. То есть получилось 5 столбиков. Пропустили бубочку. 9 столбиков. Пропустили бубочку. 9 столбиков. Пропустили вот эту бубочку. Опять 5 столбиков. Все. Огонь. Все, делаем дальше. Этой же ниточкой 3 петли подъема. 1 2 3. Поворот. Все, повторяем вот эти вот дужечки с бубочкой желтого ряда. Давайте еще раз. 1 2 3 накида. Дальше что мы делаем? Перед бубочкой, видите, вот так вот опускаемся перед бубочкой и вытягиваем ниточку, провязываем одну петельку, 2 2 2, стоп. Левую петельку провязываем один раз воздушной и возвращаемся опять к бубочке, провязываем 8 раз вот такие вот петельки. 1 2 3 4 5
6, 7 и 8. Так, теперь нам необходимо будет присоединиться к нашей вот этой вот бубочке. Вот, хватаемся, окружаем, так скажем, бубочку нашу, провязываем одну петельку и возвращаемся по 2. 2, 2, 2, 2, секундочку, бля, 2, 2, 2, 2, 2. И когда остались 2 петельки, мы провязываем вот здесь наши столбики с накидом. Помните, да? Первый у нас есть, начинаем со второго. 2 петельки провязали, дальше провязываем сразу же 3. 3. Все то же самое, как и с желтыми ниточками, да, повторяем. Остались еще 3 столбика. 1, 2, 3. Далее мы делаем накид. Так, и опускаемся. Вот, помните, мы провязывали когда бубочку, у нее же была верхушечка. Вот мы опускаемся к верхушечке нашей бубочки. Так, хватаемся поудобнее. Сейчас так разверну, вот, чтобы было удобно хватать. Потянули ниточку, не провязываем. То есть потянули хорошенько, чтобы до высоты столбиков. Еще раз накид, захватили, потянули 2, накид, захватили, потянули 3, накид, захватили, потянули 4. Провязали все вместе, зафиксировали. Вот. Дальше наши столбики идут. Мы их провязываем. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Опять 3 накида. 1, 2, 3. И возвращаемся вот перед нашей бубочкой. Цепляемся перед бубочкой. Захватили ниточку. Одну провязали. 2, 2, 2. Остались 2 петельки. Левую провязываем воздушной петелькой. Возвращаемся к бубочке 8 раз. 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. Опять обнимаем нашу бубочку. Да, вот эту желтенькую, как вот синенькую мы делали. Точно так же вокруг. Оп. Вытянули ниточку. Провязали одну петельку. А обратно возвращаемся по 2. 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 И когда осталось 2 петельки. Так. Мы с вами провязываем такой вот столбик. Есть. Класс. Здорово. Супер. Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. Да? Вот у нас получаются наши дужечки. До конца ряда самостоятельно. А здесь будете возвращаться столбиками. Да? 5 столбиков, 9 столбиков, 9, 5. Уже желтой ниточкой. Потом опять дужечки сделайте желтой. Потом синей ниточкой вернетесь, дужечками синей и так далее. Угу. Вот, что будет получаться. Давайте вырастим наш узорчик и затем встречаемся. Черница рядов. Так, смотрите, какая получается красота объемная. Да? Прикольно. Смотрите, это лицевая сторона. Изнаночка. Класс. Все аккуратненько, ровненько. Угу. Итак, опять бросайте свои идеи, где, куда можно применить данный узор. Сумочки, клатчи, рюкзачки, кардиганчики, кофточки, топики. Ну, в зависимости от толщины ниточек, да? Итак, мы набирали, получается, с вами 31 воздушную петельку. И это у нас 19 сантиметров, да? 19. И тут, получается, у нас каждый цвет 2 ряда. 2, 4, 6, 8 и наборный ряд 9. Давайте посмотрим, сколько это. Ну, это 8,5 сантиметров. Узорчик такой плотненький. Ниточек, конечно, кушает много, хорошо. Но зато он эффектный. Гляньте, да? Видите, какой интересненький. Класс. Акрил. Ну, тянется, не тянется. Такой вот. Здоровский. Итак, от вас лайк, подписка, если вы этого еще не сделали.
напишите комментарий обязательно и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Пока-пока.